Ремонт участка дороги от дома номер 34 по улице Нахимова до дома номер 3 по улице Ивана Сивко ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Большая часть работ уже завершена, однако подрядчик должен был сдать дорогу еще 1 сентября. Есть значительная просрочка, потому что должны были по контракту все подрядчики выполнять работу до 1 сентября. Какие меры? Ну, понятно, что будут наказаны. Всего в городе было запланировано привести в порядок 26 объектов сети дорожного хозяйства. Большинство из них уже прошли финальную проверку, но есть и те, работы на которых продолжаются по сей день. Еще момент такой, что повлияло на невыполнение работ срок, это необходимая ремонтная работа сторонней организации, которая застопорила работы. Вот. В целом по городу Мурманску работа продолжается в рамках программы «Безопасно качественные дороги» еще на 4 объектах. Опаздывающим подрядчикам дано поручение завершить все работы на объектах до наступления холодов. Анастасия Семенова, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.